Блондинка Каменских заинтриговала тизером к клипу. Звезда разместила на своей странице ролик, на котором она с белыми кудрявыми волосами стоит на остановке. Украинская певица Настя Каменских, работающая над первым сольным диском под псевдонимом НКИ, выпустила тизер к новому клипу. Ролик к треку «Ломала» появился на странице звезды в Инстаграм. На видео Каменских и еще несколько человек находятся на остановке общественного транспорта. Певица с выкрашенными в белые кудрявыми волосами, в бежевом корсете и обтягивающих шортах срывает с себя завязанную на бок юбку. Остальные участники сцены в одеждах такого же цвета также раздеваются. Дополнила образ певица туфлями на шпильках. Видео за 6 часов собрало больше 148 тысяч лайков. Полноценная премьера клипа состоится вечером 11 октября 2018 года. Последний клип Каменских на песню «Пыли Гроусоуна» шумел в сети из-за своей откровенности. Позже по Поправившуюся Каменских заподозрили в беременности, раскритиковав фигуру звезды на фото с маями. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmi.корреспондент.нет. По материалам сайта newsgro.com.